Доброго всем времени суток. У нас в игре Gold Rush вышло очередное обновление. Помимо всего прочего, у них появилось такое подкупающее новизное предложение. А именно, вернуть деньги, которые и золото, которые у нас отняли при переходе с первого сезона во второй. Предложение одноразовое, то есть если сейчас нажать отклонить, мы их не получим. Я, естественно, нажму ОК. А я бы сказал, ни хреново у меня было золото. А они возвращают деньги в виде золота. То есть деньги, я так понимаю, деньги, золото и стоимость машин, видимо. 400 унций золота, ну вы поняли, это овер до хрена. Я просто это... В шоке, я не ждал, что я такой богатый был. Так, это обновление называется 1.2.69.73. Пойдем посмотрим, что у нас теперь со слотами. А, ну или может сначала зачитать, что вообще у нас с обновлениями. Сетка распределения золота по участку. Тут монет голмовод. Вот это вот. Она генерится в тот момент, когда участок берется в аренду или покупается. То есть то, что кто-то там разведал карту и выложил в интернете, это теперь ничего не значит. У каждого будет своя карта. А помимо этого, как я вот уже сказал, нам возвращают деньги и золото, и, я так понимаю, судя по сумме, еще и стоимость машин, оставленных в первом сезоне. Одноразовое предложение, если не соглашаетесь, оно уходит нафиг. А переработан эвент с золотым самородком, который находим в начале. Честно говоря, я не понял, что они имели в виду. Но... Что-то изменили. Тут изменения всевозможные в геймплее небольшие. То есть добавляются значки, когда там нет воды или... нет энергии, нет воды, добавлены промывки на разные. Оптимизировано освещение, добавлено давление масла. Не знаю, на что влияет, честно говоря. Потому что вроде как пока ничего не ломается. Но добавлено. Видимо, датчик. Указатель. Добавлено, увеличено потребление топлива машинами. Что интересно, понижена цена на буровую машину. Мы обязательно съездим и посмотрим, сколько она стоит. Опять пообещали, что машины не застревают на мелких выбоинках. Так, давайте посмотрим, тут еще у них есть изменения с апгрейдами. Мило. В общем, как это написано, что переработана система слотов, вот это вот. Слоты уменьшены до 6, и все корыта больше не потребляют слоты. То есть теперь слоты потребляют только машины. Ну, хорошо, но у меня теперь ноль. Ну, ладно, с этим не будем пока заморачиваться. Потом посмотрим. Далее. Ну, у меня теперь золото вагон. На самом деле я богатый человек. Далее. Так, с этой поняли. Обнулили собаки страшные. А вот интересно, у меня машины стоят. Да ничего, это все нормально. Ну, как скажете, я вот еще слоты сюда покупать не буду. Меня как бы все устраивает. Так. А где мой... А, все. Все на месте. Прекрасно. Далее. Теперь можно наливать воду из зеленого шланга в ведро. Давайте я до дня мотану, и мы на это все посмотрим. Не буду прям полноценную серию на полчаса записывать, но новости все посмотрим.
рассвет. Просто потому что я буду завтра снимать очередную серию. И судя по тому, что мне принесли денег, нас ждет большой апгрейд. Так, пойдем. Так, у нас есть зеленый шланг. У нас есть ведро, да? А, и чего? А, надо этот помп включить. Немножко лох. Может, не немножко. Ну давай, блин, помпа. Да, непонятная боговина. Я не могу помпу завести. Какой бы шланг еще дернуть? А, вот шланг. Ведро. Тыц. Шланг. Подключаем. Вуаля, вода набралась. Это то, о чем мы мечтали долгими зимними вечерами. Прекрасно. Почему помпа не работает, я потом разберусь. То, в принципе, дело десятое. Окей. Ну, машины стали рычать погромче. И сейчас посмотрим, что такое дуплекс джиг. Я думаю, это внизу, вот, как она называется, отсадочная... Сейчас, секунду. Отсадочная машина, мне кажется, вот она дуплекс джиг. Добавлен второй дуплекс джиг и хокпан в промывку. Так, ладно. Мы тогда сделаем по-другому. А, настройки. А, игра. Язык. Русский. Нет, не в ту сторону пошел, да? Русский. Испанский, французский, немецкий, польский. Вот. Применить. Back. Play. И сейчас мы посмотрим, что у нас зовется дуплекс джиг. Потому что, честно говоря, я не настолько хорошо представляю, что у них есть что. Журнал. Да, вот, дуплекс джиг. Добавлен второй в промывочную систему. То есть вот сюда. Мы можем второй поставить. Это интересно. Да, вот сюда мы можем поставить второй. И под него еще одно такое корыто. Я так понимаю. Да, хокпан можем. То есть будут две таких штуки у нас намывать. И, соответственно, выход с них будет больше. Вот. Но при этом производительность этого отсадочного агрегата уменьшена. Правда, два агрегата по-любому будут выдавать больше, чем один выдавал раньше. Ну, то есть, я думаю, так где-то как полтора будут они работать. А, прекрасно. Давайте метнемся до магазина и посмотрим, а собственно, а что там? Сколько теперь стоит дрель-машина? Так, полный привод отключаем, поехали. Ну да, это традиционный мой тут занос, куда не денешься. Опа, а золото стало меньше резко прям. Там же было 400 с чем-то. Ничего не понимаю. По-моему, вот надо побыстрее переплавить, пока оно никуда не делось.
Что-то у нас куда-то делось. Я потом видео пересмотрю, мне интересно, сколько сначала было. Сейчас 12 тысяч. А было, по-моему... А, все, в граммы перевелось. Я переключился на английский, и оно какого-то хрена перевелось в граммы. Ладно. Видимо, в России все меряют в унциях, а в Англии в граммах. У меня другого объяснения нет. Сейчас загрузится. Ну, все равно, я сейчас, если еду в город, я сейчас это все переплавлю в слиток, закину в банк, отдам кредит, чтобы вот знать, какими деньгами я располагаю. Собственно, я сегодня в игру зашел, чтобы накопать на завтра на серию, чтобы чего-то там прикупить, возможно, там конвейер. И вот такое вот встретил. Неожиданно, приятно, радует. 12 кило золота. Так, тормозимся. Ну что, дрель-машина, сколько ты стоишь? 146 тысяч. Я, к сожалению, не помню, сколько она стоила раньше. Нет, даже не вспомню. Но написано, что удешевили. Ну что ж. Но конвейер там однозначно купим. С 12 кило золота 100 пудов. Ну что ж. На этом серию про обнову заканчиваю. Всего хорошего. До скорой встречи.